Хотите ли прекратить это? Но ты ему показал! Что же это? 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 Я нашел 5 артефактов. Тогда ты также достоин носить мой посох. Возьми его. Возьми посох Вечного Странника. Ступай в храм Бакареша и потребуй у Белиара то, что тебе причитается. Иди и приведи в действие ларь в храме Бакареша. Иди. И приведи в действие ларь в храме Бакареша. Я позаботился о бандитах Оазиса. Ты очень помог нам. Ты хорошо потрудился. Пусть другим это послужит уроком. Никто не может тягаться с нами безнаказанно. Мы очень довольны твоей работой. Мы позаботимся о том, чтобы твой поступок прославился. А это в награду за хлопоты.
Беллер, я пришел сражаться за тебя. Я помогу тебе получить власть над всем миром. Слушай волю мою. Орки предали меня. Они больше не следуют моему зову. Я хочу, чтобы они заплатили за это. Каждый из их главарей должен заплатить за это. Чтобы выиграть эту войну, мы должны уничтожить власть Иноса на земле. Убей его слугу. Убей короля. Зубин достаточно послужил мне. Его господство подошло к концу. Ксардес потерял свою силу. Так случится с каждым, кто встанет на моем пути. Я дам тебе власть. Скоро ты будешь править миром от моего имени. Смотрите, человек с севера вернулся. Какие новости ты мне принес? Беллер говорил со мной. Да.
Он сказал, твое время подошло к концу. Твой последний час пробил. Всегда будь начеку. Мы следим. Мы поговорим позже. И все же у тебя хватило мужества появиться мне на глаза. Но у тебя еще есть что мне сказать? Я предлагаю тебе поговорить. Неужели будешь молить о пощаде? Отдай мне скипетр, и я подарю тебе быструю смерть. Безумец, ты не покинешь это место живым? Давай уже покончим с этим. Сейчас ты получишь. Стоять! Я тебя прикончу. Сейчас ты получишь. Теперь ты. Теперь твоя очередь.
Будь всегда бдителен. Мы следим. Поговорим позже. И его господство придет. И тогда... Мы избранный народ. Для нас богатство, для Беляра господство. И его господство придет. И тогда содрогнутся те, кто разгневал его. Поэтому платите золотом, если не хотите заплатить собственной кровью. Беляр не знает пощады. Нет жалости к слабым, только боль и смерть. Но те среди вас, чьи дела идут хорошо, должны заплатить дань. Потому как зачем еще вам нужно золото перед лицом безжалостного гнева Беляра? Когда проснется его гнев, тогда будет слишком поздно. Ваши молитвы останутся неуслышанными. Инос, я хочу сражаться за тебя. Узнай мою божественную волю. Настало время положить конец хаосу и навести в мире новый порядок. Я — огонь жизни. Пусть падет слуга Беля, чтобы воссияло пламя порядка. Убей вождя моих врагов. Убей Зубана. Народ Миртаны жаждет свободы. И ты принесешь ее людям. Положи конец владычеству орков и освободи страну от гнета. Теперь сам выбирай, какую силу ты хочешь владеть. Покажи мне.
Смотри. Нужно прислушиваться то, что рассказывает. Может, тебе и все равно? Ты ушел в монастырь слугой Иноса, а возвращаешься избранником. Твое предназначение исполнилось. А теперь исполни волю Иноса. Ты научишь меня драться? Покажи мне, как вылечить самого себя. Не обращай внимания на боль. Ее можно заглушить силой мысли. Сконцентрируйся. Это путь к самоизлечению. Приведи к гармонии тела и мысли. Сконцентрируйся на своем дыхании. Тогда твой разум будет управлять телом. Это снизит боль. Научи меня сражаться, как паладин. Это дар света, что ведет нас. Ты почувствуешь его, если вступишь в бой против сил тьмы. Бейся во имя Иноса и уничтожай слуг Белиара. Да пребудет с тобой свет Иноса. Расскажи мне что-нибудь об алхимии. Как изготовить огненные стрелы? Горящие стрелы гораздо эффективнее обычных. Изготовить их просто. Нужны стрелы и нужные ингредиенты. Смешай последние на алхимическом столе. Лучше бы ты не встревал. Некоторые вещи никогда не изменятся. Лучше всего уладь это дело сам. Обжегшись молоком, будешь ждать на воду.
У меня недостаточно опыта. Проклятие. Больно-то как. Мы на чеку. Тебе нечем заняться? Не мешай мне! Вот окорока. Я уж думал, Рун забыл про нас. Окорока от Руна или нет? Да, вот. Чего ты хочешь? Знаю, прав ли ты. Если бы это было так просто. Я раздал окорока. Хорошо. А этот окорок для тебя. Тебе нужно еще что-нибудь? Покажи мне свой товар.
прав ли ты? Из этого никогда ничего не будет. Поговорим попозже. Пока. Лучше всего уладь это дело сам. Нужно прислушаться к тому, что рассказывает. Подумаю.